АЭС нам не нужен. Я вам, как бывший министр энергетики, руководитель энергосистемы, говорю, что у нас сейчас избыток мощностей. Две Алматы можно покрыть этими мощностями, резервные мощности. Если они каким-то образом не участвуют, создают искусственный дефицит, то только потому, что там цены на электроэнергию устраивают не рыночным путем, а приказом. Там, где рука государства, там, где есть приказы где коррупция, вот эти все эти проблемы и происходят. Поэтому нам атомная станция в принципе не нужна. И даже нет смысла рассуждать, что опасно и так далее. Себестоимость ее очень высокая. Электроэнергия будет минимум 60 тенге. А сейчас ветроустановки продают по ниже 10 тенге. Газовая электроэнергия будет максимум 15 тенге. И стоит она, эта станция, всего миллиард долларов. Вот чтобы вы запомнили. Не нужно рассуждать, что вот э, к чему приведут последствия. Она нам экономически не нужна, во-первых. Во-вторых, у государства на следующий год дефицит бюджета свыше триллиона тенге или 2 миллиарда евро. Государство вообще не должно ничего строить. Во всем мире это строят частные инвесторы. Понимаете? Поэтому со, почему государство влезает? Потому что они на экспо финансировали почти 5 миллиардов, половину украли. ТЭС вот в Астане строят 14 лет, воруют, воруют, не могут остановиться. ЛРТ они садили миллиарды долларов, украли и не могут достроить. Уже сколько раз уже можно строить. Там все назарбаевские люди украли, крали, крали. Нурали Алиев и Дарига Назарбаева. Теперь они хотят объявить 15-20 миллиардов атомной станции и миллиарды украсть. Вот все. Все остальное это ерунда. Вот правильно говорят, без штанов мы останемся.